Доброе время, мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня будем заниматься подбором краски серебристая, вот такого цвета, 690. Эту краску я буду делать для покраски вот этой машины Hyundai Pony. Фирменные краски гораздо лучше, чем эти краски. Почему? Потому что, значит, вот возьмем вот эту вот краску, видите? Она быстро расслаивается. Крутючая краска такая была. Раз. Вторая вот краска, видите? Здесь вот это самое салатневый я делал. Вот это так. А там еще бронза есть. Пудра. Вот посмотрим. Опа, она. Видите, там на дне она, вот она есть. То есть ее надо очень тщательно мешать перед употреблением. Она стоит, она очень сильно расслаивается. И краски, конечно, не автомобильные краски. Но хотя, если взять по банке, видите, здесь трактор какой-то нарисованный. То есть, видимо, применяли и до меня. Значит, на такие простые. То есть, эта краска бюджетная для того, для тех, кто, значит, это самое, не имеет большого бюджета, машина старенькая, вот, ему просто надо, чтобы она не ржавела, вот, и покрасить более-менее, чтобы она, значит, подходила. Это, конечно, не есть конкурент той краски, которую, значит, выпускает фирма, там, значит, все оно, значит, качественное, хорошо все получается, но на всякий случай, значит, вот эту краску можно применять. Вот, а затем покрыть лаком, то она будет долго-долго, так как и на машине, будет блестеть. Без лака она поблескивает, например, на месяц. Вот его хватает. Не отфильтрованные, вонючие, потому что здесь растворитель такой вонючий. Вот. Их надо тщательно фильтровать. Еще раз повторяю, зерна здесь немножко неравномерно. То есть сравнение с фирменной краской, я не буду его сравнивать, потому что, но для бюджетной покраски, оно вполне все это дело подходит. И же к телу, как говорят наши хирурги. Обычно, значит, металлики я делаю, значит, соответственно, к примеру, вот, например, типа вот такого. Значит, здесь надо добавить красный, синий, то есть это будет основа. А затем уже, значит, добавляю зерна, вот эти вот. В связи с тем, что, значит, это серебристое, получается же здесь основу-то нельзя взять. То есть, если взять основу здесь вот белую, вот такую, можно взять, в принципе, основу белую, но... При белом, значит, если белая будет основа, то, значит, вот этот вот фул, то есть в бок, она будет слишком светлая. И не всегда она подходит. Вот таким цветам это самое, как вот опал, она еще подходит. Там бывает, дверь открываешь, это серая, а то это самое, а это белая. Это может быть подойти как основа, вот эта белая. Вот вы же серебристой, значит, я поступлю по-другому. Значит, за основу мы берем вот такой вот лак, то есть связывающий, не основа, так сказать, я поправлюсь немножко, а связывающий, вот такой лак, то есть лак НЦ. Чтобы удобно мне было работать, я этот НЦ переливаю в бутылку. Лак НЦ, вот такой вот. Добавитель, растворитель 646. Для удобства и чтобы он не испарялся, перельем его вот в такую посудину. Но здесь из-за того, что, значит, толщина большая, она, значит, желтая. А если вот, например, вот так вот, видите, то она прозрачная.
То есть тонкий слой, но не слишком будет его желтить эту краску. Вот, посмотрим, что с этого получится. Берем лак наш, открываем. Вот, и в какую-то емкость, которую они растворяют растворителями всякообразными, плескаем. Чуть это льем. Я сперва сделаю для образца в маленьком количестве, а потом поправлю его. Это что-то мало сильно. Вот, а потом поправлю его и сделаю уже то количество, которое мне необходимо. Открываем. Имеется вот такая вот алюминиевая пудра, такая называют. Или серебрянка. Сперва добавляем небольшое количество. Ну, в этом составе много, конечно, до самой серебрянки. Но здесь ошибиться практически невозможно, так сказать. Опа, плеск его сюда. Еще подсыпаем. И еще подсыпем маленько, вот столько вот. Опаньки. Хорошенько это дело перемешиваем. Добавляем еще лака. Опа, хватит. Тщательно перемешиваем. Вот у нас получилось вот такое вот чего-то такое. Так, ну и переливаем это дело. Значит, первоначально надо краску сделать примерно, то есть угадать тон, вот состав его. Для этого, значит, для того, чтобы сравнить хорошо это самое, значит, я пользуюсь вот обыкновенной такой стеклянной тарой. То есть с него, если, значит, это самое, если делать в этой стеклянной таре, то его можно прямо не раскрывая, как говорится, не делая задувы, вот образцы, сразу можно сравнить. И примерно вот мы можем подобрать эту краску. А затем это самое, дальше процесс пойдет. Заливаем нашу бодягу сюда. Вот таким вот образом. Растворителем 646 промываем нашу емкость. И туда его, потому что у нас он густючий так. Закрываем. Хорошенько это дело перемешиваем. Можно было сразу в бутылку, конечно, но я так, чтобы видимость, кажется, была, как оно все это дело растворяется и садится. Вот такое вот что-то у нас тут получилось. Ведь краска не отфильтрована, вот всякая беда здесь плавает. Оп, сразу сюда и на образец. Вот мы видим в бок, что наша краска темней. Значит, вполне можем добавить белого. Берем НЦ белое. Мерного, значит, это самое. Я вот набираю 5 кубиков набрал белого. Открываем эту баночку нашу, бутылочку. И вливаем. Опаньки, один кубик есть. И прикладываем. Мы видим, что не хватает тона. То есть здесь как бы красного надо добавить. Давайте чуть плесканем красного. Берем НЦ красный. Это у меня с банки. Вот с такой же. Перелито, чтобы удобно было. НЦ красная. Вот хорошенько перемешиваем. Вливаем вот в такую пробочку. Значит, при светлых тонах особенно, значит, вот этих цветных надо добавлять очень аккуратно. Они действуют очень здорово. Вот красный. Его буквально надо по каплям добавлять. Значит, у нас там тара была мерная. Значит, сейчас мы добавим сюда, в эту мерную тару, по каплям вот этого красного. Капельками сюда добавляем. Ай ты. Сейчас еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Хватит пока посмотреть. Так сказать, вот столько плесканем еще сюда, плеск его туда, и еще можно
лески вот туда. Вот, видимо, вот этих вот добавок можно было не делать, я имею в виду, что цветные. Вот, но из-за того, что вот этот у нас лак желтый, ну и, как говорится, не фирменная вот эта пудра. Вот, приходится немножко тут подправлять ее. Так, перемешиваем. Контроль на улице сделаем. Наша, как говорится, вот эта бутылка, система свою роль выполнила. То есть мы, так сказать, близко подошли, но не отличается она так уж слишком, это самое, к тому образцу, который нам нужен. Вот, теперь, значит, дальнейшее, значит, действие. Чтобы ближе еще подойти, ну, понизу, в принципе, эта краска там пойдет, где-то не пороги там, или еще где-то там бордюры там подкрасить, за дверями покрасить, вполне, то есть просто никаких добавлений. Дальнейшее, значит, наше действие. Значит, теперь я вот эту беру краску, очень тщательно отфильтрую, и теперь уже это самое я доведу через пистолет. То есть залью, значит, в пистолет и несколько образцов сделаю. И чуть поправлю, если это надо. Вот. Все мы отфильтровали. Через стекло хорошо видно. Смотрит. Тон в аккурат. Светлее, темнее в аккурат. Вполне можно красить трешпачок. Чудесненько. Заливаем.
Опа! Хватит! Вперед! Чуток вот это подкрашивает, да? Вот пистолет уже красит, да? Вот такие дела прямо, блин. Что это аэрограф вот этот вот, блин, подворительный. Мазут я подмазываю, да? Чтоб не ржавело, да? И ручки будешь его подкрашивать. А в какой цвет? Цвет, да? Да. Ну, красивше будет, конечно. Ну, вот и порядок. Покрасили. Вот такой вот этот результат получился. Старенькая машина, я думаю, вполне нормально. Все оно поблескивает. Вот тут все как положено, сварки нигде не видно, зашпаклевано. Вот краска, в принципе, подошла в аккурат, нигде никаких переходов, ничего не видно. Я вырос на окраине, рабочий городской, парнишка в мотокевке, зуб потертый золотой, парнишка ведь простой, еще под маской, что ли, не оживило. Вот тут вот это заменили, нигде ничего не видно.